Всем большой привет! Давайте полистаем 10-й каталог в компании Avon 2017 года. Пришла распродажа, фокус и каталог. Мы пока все лишнее откладываем. Начиная с 9-го каталога мы копили мили. Мили мы можем продолжать копить или обменивать. Здесь написано условие. Если вы решили не обменивать, а копить, продолжать дальше, то снова остается по акции, что надо заказать на 500 рублей, включая любой продукт со страниц с 5 по 25. То есть 500 рублей и один продукт с этих страниц – это 1 миля. Соответственно, 1000 рублей и 2 продукта – это 2 мили. Ну, давайте смотреть. Вот она, страница 5. И пошли смотреть, какие продукты можно взять, если хотите получить мили. Тут идут туши, даже цветные, из серии Марк. Помады блески из серии Марк. Гели для душа 500 миллилитров. Вот так. Вот туши тоже подходят, тут цветные даже есть. Помада Ультра входит. И цена на нее 209 рублей. Карандаши по 149. Ароматы 635 рублей. Мне очень сейчас вот этот нравится аромат. Это моя любовь, но он для жары уже не подойдет. Мужские водички тоже входят. Степа идет. Сейчас он будет либо орать, либо кушать. Так, по 375 рублей идут водички вот эти. И женские, и мужские. От 145 рублей Avon True. И последняя, 25-я страница, в нее входят шампуни и маски. И все. То есть вот по милям это последняя страница. Дальше просто листаем каталог. Был соблазн у меня по фокусу в прошлом каталоге взять вот этот кошелечек. Но удержалась, не взяла. У меня есть кошельки на самом деле. Но тут опять соблазн продолжается, потому что 400 рублей минус еще скидка представителя. Единственное условие, что общий заказ по каталогу 450 рублей. Ну, понятное дело, мы эти условия обычно представители выполняем. Поэтому кошелечек остается у меня так в соблазнении висеть. Вот он так смотрится поближе. Достаточно симпатичный. Вообще кошельки и сумки, их хочется все время менять. Ну, по крайней мере, мне. 30 миллилитров Persif Dew изготавливают. Это очень хорошо, потому что это любимец очень многих девочек на лето. Обратите внимание, 279 рублей будет любой аромат с этой страницы. То же самое условие, общая сумма заказа должна быть на 450 рублей, тогда это скидка. Эта акция для вас реальна. Ароматики 189 и 145 шариковые. А 189 это с пульверизатором. Сейчас опять мне скажут, надо было в интернете название сначала прочитать. Так, любые два 500 рублей. Хорошая цена. Даже есть новинка. Это ванильный аромат. Давайте посмотрим. Ну да, ваниль. Вкусная ваниль. Самая настоящая. Вот такие ароматики Summer White. Новинкой фиолетовую крышечку убрали. Она в распродажах мелькает, а добавили еще одну розовенькую. Пурбланка тоже с новиночкой. 399 рублей любой аромат. Новинка идет ФАМ. Третий ФАМ. Эксклюзив. Интересно. Ну, так-то приятно. А как что тут входит?
в аромат, где ноты. Ноты, ноты, ноты. Кто-нибудь видит ноты? Я слепая? Наверное, это просто реклама. Не нашла я почему-то ноты на женскую водичку. Может быть, как-то я криво посмотрела. Так, как мне тут положить, чтобы вам было тоже видно? Little Black Dress, наборчик. Такой есть набор, 789, либо вот такой тройной, 839. Тут видно цены по ароматам. X-Series новиночка, мужской аромат, цитрусово-древесный. Лимон, листья, не вижу, слепая я, слепая. Так, какие листья? Вот видно, да? Пимента и сандал. Дальше смотрим. Тоже все четыре аромата мужских. 400 рублей один. Individual Blue. 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 Серия Марк начинается тут. Линеечка. Не знаю, разворачивать. А, девочки, разворачивать. Вот так. Крутили. Дальше для ногтей идет лаки, тени для глаз, карандаши, тушь, марк. Так, цены видно. Ну, тут тоже и карандаши, и есть база под тени. Вот он, бывший супершок карандашики. Я вот все на зеленый поглядываю. 189 рублей. Может быть, зелененький я еще возьму. Серый у меня вот этот вот стальной есть. Ну вот еще меня соблазняет зелененький. Потому что такой цвет зеленый я люблю. Хотя у меня есть зеленые карандаши. Но мне все равно, когда я вижу все, что с зеленью связано для глаз, мне сразу прям хочется. Тут помады все видно. Тональные, хайлайтеры, корректоры. Все на этой страничке можно найти. Тут продолжается все тональное. Новинка. Маскируйся. Теперь у тебя есть настоящая палочка-выручалочка. Прячет синяки под глазами, неожиданные покраснения, уставший вид. Быстро маскирует несовершенство. Есть светлая и бежевая в двух оттенках. Но это у нас, по-моему, малышка была, только в черном, да, дизайне. Идеальный оттенок, маскирующее средство. 1,4 мл, 240 рублей. У меня такая есть в старом оформлении. Я думаю, что это просто переиздана вот форма баночки, цвет баночки. Цены от 199 рублей. Но помада 309 остается. Вот это разводиками симпатичная. Мне она нравится. Карандашики для губ. Помады. Помады, карандаши. Всего за 265 рублей. Я брала, но для меня яркие слишком оттенки. Я себе так и не смогла подобрать. В итоге я ее отдала. Тут тени. Вся палитра теней и тушь есть. Дальше продолжаются карандашики. Смывки. Наверное, для стойкого макияжа, да?
средство для снятия. Да, и просто для снятия макияжа кремовое. Для ногтей средство. Ой, смотрите, что-то новенькое, интересное, в форме солнышка. Нужно летом матовый тон с эффектом загара. И вот что нам предлагают. На этой странице все знакомое. Ну, а тут давайте поближе посмотрим. Бронзовый загар. Вот такая вот. Это компактная пудра для лица с эффектом загара. И легкий загар вторая. Вот так они выглядят. Всего 319 рублей тут написано. Это не я говорю всего, это тут написано всего. Я бывает скажу, что написано. Мне потом ругают, что для вас всего, для нас дорого. Нет, это для Avon всего. Вот. Так что можно брать, тестировать. Серия люкс. Тоже тут тональные основы, румяна. Базы, наверное. Так я и не подружилась вот с этим вот мусс, по-моему, это называется. Попробую этим летом еще. Ну, что-то вот оно у меня никак не идет. Даже когда я его откладываю в косметичку месяц, все равно он у меня практически остается нетронутый за месяц. Вот еще карандаши, помады. Почему-то они вылетели. А, это, наверное, лимитированная была линеечка, поэтому они такие тут разноцветненькие, сами стики. Скидка до 60% на этой страничке. Тотальная ликвидация до 80%. Можно выбирать, даже есть купальники. Кстати, 800 рублей женские леггинсы, да? Это интересно, вот 700 рублей тоже. Ну, тут есть что присмотреться, конечно, купальнички можно посмотреть, кому это интересно. Утяжечки, трусики. Детские вещи. Даже прикольные такие часики с миньончиками. Сумочка детская интересная. Я уж все не буду перечислять, потому что, в принципе-то, и вы видите. Эспандеры. Есть скакалки. Можно прыгать. Это что у нас? Вижу коврик. Да, гимнастический коврик, я думала. Органайзер с кармашкой. Плохо быть слепой-то. Так, дальше смотрим сумочки. Вот эту сумочку я ношу вообще прямо вот. Очень люблю, не снимая ношу. В ней два отделения. Большое отделение тут. Давайте поближе вам покажу. Но я и показывала, когда купила. Видно, да, две крышки, как они называются, верхние закрывашки. Первый открываешь большое отделение, второй открываешь узкое отделение. У меня он является и кошельком, кармашком. Очень удобно. И две кнопки, соответственно, для каждой. Да как это же называется-то? То, что сверху захлапывается конвертиком. Так, дальше. Вот интересные, смотрите, силиконовые чехлы на телефоны. Очень интересно. Бамперы можно назвать. Ну, чехлы. Дальше джеггинсы. Любые за 999. Ликвидация снова у них брючная. Ну, неплохая цена. Наверное, скидка будет максимальная 15%, но я не уверена. Но обычно, когда вот что-то такие акции, ликвидации у них, то максимально 15%. Такие брючки. Мне очень нравятся потертые. Вот я все смотрю на потертые.
Как-то они для меня привлекательны. Так, тут я без комментариев. Просто полистаем, помолчим. Когда-то мы получали как бы за 30 рублей в подарок вот эти вот все шармики, да, с браслетиком. Теперь можно себе заказать, если кто-то тогда не успел, а уж очень сильно хотелось. Так, одежда. Платье. Продавалось бы оно вместе с фигурой. Я бы это купила. Вот такие вот варианты одежды. Тоже интересно, буковки. Можно буковку себе повесить. Свою или чужую. Так, молодежная линейка. Color Trend. Новинок особо я не вижу. Надеюсь, я не пропустила что-то такое сильно интересное. Крем для лица от 415 рублей. Мы добрались до Нью. Вот так. Тут предлагается BB-крем плюс легкое масло для сияющего тона. Любой набор 490 рублей. Тут можно побыстрее пролистать. Кремы для рук, мыло. Тут тоже все знакомое. Планета Спа. Щетку для тела предлагаю за 350 рублей при покупке чего-то из этой серии. Антицеллюлитное все. От растяжек. Подтягивают, моделируют. Skin So Soft. Бреемся. Тут для тела тоже масла и кремы. Для загара. Защита от солнца. Тоже можно уже присматриваться. Дальше шампуневая линейка пошла. Edwin Technics. Сухой шампунь. 229 рублей. Tangle Teaser золотая. Стою в обнимку с камерой и прямо это рука устала обниматься с камерой. Вообще нас надо со стороны фотографировать. Я уже много раз это говорила, потому что мы смотримся очень потешно, блогеры. Если у блогера зазнается, то ему надо на себя со стороны посмотреть, как он в итоге смотрится вообще. Так, детская линейка. Интимные средства. Дальше снова гели для душа пошли. Только уже 250 миллилитров. Ой, прям, ты что, мне вот этот грейпфрут понравился. Вот этот, он такой, знаете, унисекс. Зеленый чай, он подходит и мужчинам, и женщинам. Такая свежесть на любителя, потому что не все любят зеленый чай. Хотя здесь входит и жасмин, но больше я ощущаю зеленый чай. А вот это прям розовый грейпфрут. Вау просто. Очень люблю я грейпфрут. Так, набор 399 рублей. Что входит, мне кажется, видно. Новинка пена для ванны. Она была в фокусе, я не стала брать. Что-то сейчас от пен мы отошли. Мало ими пользуемся. Надо дотратить то, что есть. А тратится сейчас уже медленно почему-то. Любые два за 270. То есть, если
кто-то на волне с пенами, то можно взять выгодно. Так, тут тоже любые два, но за 170 рублей уже. Для ножек можно взять любое средство. 160 рублей то же самое с этих страниц. Но вот эти вот любые два идут только на две страницы, которые на развороте. А вот здесь с 206 по 209, то есть еще следующие две тоже входят. Любые два можно взять либо с этого разворота, либо с этого. Ну, из четырех страниц любой. Я взяла себе вот этот набор. В целом он мне понравился. Ну, по аромату. По аромату. Кисленькая такая клубничка. Ну, мне кажется, ну, белый шоколад, он тоже кисловатый. Вот как будто в йогурте. Не новый аромат, такой все равно знакомый. Потому что когда клубника с шоколадом, ну, что-то знакомое такое. И вот здесь шампуни. 69 рублей любой дезодорант. Хорошая цена. Ну что, листаем фокус и распродажу. В фокусе предлагаются два и более средства взять из вот этой линейки Advanced Technics. И будет 40% скидка для представителя. Новая тушь, подкручивание и объем с очень интересной щеточкой. В трех цветах. Синяя, коричневая, черная и черная. 135 рублей для представителей. Avon True. Вот из этой линеечки. Новинка мужская будет Mask Plus, если я правильно читаю. За 299 рублей можно взять представителю, потестировать. И три аромата Faraway. Можно взять любой за 535 рублей. Дальше. Шампунька новая идет для нее. Сила витаминов. Два в одном. И аромат надо приближать. Цветка лотоса и базилика. 69 рублей. Тут идет новинка. Стойкая фиксация. Лак для волос 200 мл. 189 рублей. Вот такой. И заряд свежести новинка. Мужской шампунь-гель для душа с ароматом лимона и мускуса. Вот такой мужской. Avon Club. Для тех, кто в нем состоит или хочет состоять, предложение. За 1200 предлагается двойная выгода. Набор для очищения лица. Это аппарат для косметических процедур и гель для умывания и очищения. Вот такие два предмета в наборе. И также предлагается парфюм Forever. Да, 745 рублей 50 мл. Вот он. Здесь знакомо. И вот такое предложение еще. Это две блузки женские, черные и красные. И набор с украшениями. Колье. С этой стороны два набора предлагаются со скидкой по 149 рублей каждый. Ну, видно, что входит в эти наборы. Давайте распродажу полистаем. Тут предлагаются вот такие четыре средства, две пены и два крема. Цены я вам вот так покажу. Не буду сильно уж акцентировать внимание. И давайте так, на каком расстоянии? Вот на таком. Парфюмерная вода Always опять уходит от нас, судя по всему. 850 рублей в распродаже. Есть желание, покупайте. Иначе опять она пропадает. Она уже пропадала, по ней скучали. И вот сейчас опять, смотрите, уходит. X-Series. Вот этот фиолетовый. Многие любят. Мужской аромат. Он тоже, смотрите, в распродаже мелькает. И, в общем, вот так. До низу. Очень мне нравится вот этот спрей. Ох, видно, да? Сейчас вот. Вот этот ежевика. Ежевика и ваниль очень-очень приятненький такой. Так, тут что смотрим. Часики, сумочки, пусеты, да? Обувь детская. Ну, не сильно тут прямо что-то вау зацепляющее, но все же
Так, и последняя страничка. Карандаши Кинодивы. Так. Снова предлагаются тени в распродаже. Давайте я вам поближе покажу. У меня в прошлый раз многие заинтересовались. Я себе взяла одни. Ношу, мне понравился. Я брала себе провокационный розовый. Вот этот. В косметичке месяца можно посмотреть. В заказе в прошлом можно посмотреть. У меня подруга хотела в прошлом каталоге взять себе вот этот, по-моему, серый туман, но его не было в наличии. Поэтому я так думаю, что не все, уже сейчас не все палетки будут в наличии. Ну, тут косметички еще внизу. И вот пара шарфиков. Все. Вот такой был 10-й каталог вместе с распродажей. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, я была полезна. Простите, если где-то что-то я оговаривалась, потому что смотрю вместе с вами. Стараюсь и в экран, и через экран. Не очень удобно. Но, тем не менее, как смогла, так показала. Всем до новых встреч. Всем пока.